Из Ивановского зоопарка выкинули красноухих черепах. Такая информация появилась в соцсетях. Автор сообщения написал, что если у присмыкающих не появятся хозяева, их выпустят в уводь. Также в тексте сообщалось о том, что живут они, цитата, «в каком-то сарае при зоопарке, все в одном тазу». В Ивановском зоологическом саде информация не подтвердилась. Здесь есть три вида черепах, и содержатся они в одной вольере с водоплавающими птицами. Сотрудник зоопарка никогда не выкидывалось ни одно из животных. Это вообще не тот термин. Да, бывали случаи, когда приносят водоплавающих черепах, это в основном болотные черепахи. Вот. Если мы их отказываемся брать, их просто оставляют. И бывали моменты, когда я даже сам лично отвозил их в район и выпускал в те места, где они в принципе могут обитать. Поэтому наши черепахи все на месте. С предложением о том, чтобы прийти забрать, у нас их никогда не было. Поэтому вся информация, я считаю, что не очень достоверная и некрасивая. Руководство зоопарка пояснило, что никогда животных или птиц на произвол судьбы оно не бросает. Наоборот, заботится о том, чтобы животным было комфортно, и их численность постоянно увеличивалась. Счастливое событие в истории Ивановского зоосада произошло 20 июня. У европейских ланей впервые появилось потомство. Роды прошли удачно. Олененок в течение первой недели будет находиться под пристальным вниманием специалистов. В нашем зоопарке лани живут всего третий год, и это первое потомство именно у этой группы. Животные молодые, и поэтому мы не ждали раньше, что будет какое-либо рождение. Но вообще лани это считаются охотничьи животные, промысловые животные. И они довольно-таки хорошо размножаются в природе, непосредственно в своем месте обитания. И в зоопарках они хорошо размножаются. Но для нас это впервые. Сейчас в зоопарке проживают две самки красновато-коричневого окраса и черный самец. Олененок похож на отца. В ближайшее время сотрудники зоопарка ждут очередного пополнения в семействе ланей. Должна родить вторая самка. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.